Я решил снять очередную кражу. О, братан, самый лучший телефон Android. Как же долго он выпирает, Кирилл. Так, ну тогда за деньгами в машину и все, и беру сейчас. Телефон у вас, смотрите, к выходу понес. Ты что, с телефоном, что ли, шел? Ты не трогай телефон, ты слышу, продавца не да, тебе сейчас деньги принесут, я беру его! Телефон, ты здесь? Я беру его! Стой! Мы с тобой идем. Стой! Я купил! Я маму купил! Всем привет! Ребят, как вы помните, я начал в последнее время снимать снова кражи с айфоном магазинов, естественно, пранк. И так как они пользуются достаточно хорошим успехом, вам нравится, я решил снять очередную кражу. А сейчас вот в этом здании находится очередной магазин наш для кражи, но я не знаю вообще, будет ли там айфон или нет. Кирилл сказал, что там вообще сервис, в котором чинят айфоны. Но обычно эти сервисы, телефоны все равно есть, правильно? Телефоны есть, и еще есть кнопка ГБР, как обычно. Я вот не хотел бы, чтобы как в прошлый раз было. Но я надеюсь, что все будет хорошо. В общем, у нас такой план, то что я захожу в магазин первым, отвлекаю на себя продавца, и затем уже подсоединяются они. То есть я буду вести себя как урод, то есть я буду выхватывать телефон и пытаться с ним убежать. А толком еще не придумал вообще, как я буду это аргументировать. Ну, короче, я буду вести себя как душевно больной человек, чтобы он на меня отвлекся. В этот момент они как раз заберут другой телефон. Я надеюсь, что все у нас получится. Сейчас мы будем уже выдвигаться. А перед началом видоса не забудьте поставить лайк. 40 тысяч лайков, я сниму еще одну кражу. И подпишитесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Желаю вам приятного просмотра. Все, ребят, мы уже подошли к этому магазину, в котором как раз таки собираемся украсть айфон. Он находится здесь. Ребят, как вы видели, только что я снял 200 тысяч рублей. Я снял, опять же, для Санька. Я снимал с разных карт, потому что, сами понимаете, на картах есть определенный лимит, и постоянно у меня превышен, то есть у меня вообще несколько карт, и приходится вот так вот по чуть-чуть снимать. Если вы хотите так же, чтобы у вас просто были превышены все лимиты по картам, и вы просто не успевали вводить деньги, то переходите на мой телеграм-проект, который указан по ссылке в описании. Там мы научим вас зарабатывать, а с командой каперов мы помогаем вам зарабатывать за счет прогнозов на спорт. И делаем это достаточно качественно, то есть сами видите, я постоянно ввожу деньги, у меня с этим нет вообще никаких проблем. То есть вот, я снял 200 тысяч рублей, хотел еще снять третью карту, но там уже выстроилась очередь, мне было просто перед ними как-то неудобно, поэтому я сниму чуть попозже. Если вы хотите так же, то повторюсь, просто подписывайтесь в телеграм-канал, я сам лично вам там буду на все отвечать. Ну, естественно, без лишнего спама, то есть буду отвечать касаемо вопросов по заработку. Полностью будете следовать моим инструкциям, инструкциям ребят, которые со мной работают. И тогда гарантированно вы увеличите свой банк, гарантированно вы заработаете денег. Поэтому не тупите, переходите по ссылке. И ни в чем себе не отказывайте. Я сейчас захожу первый и начинаю вести разговор с продавцом, а потом уже подключаются они. Ну ладно, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. У вас техника вообще есть или у вас только ремонт? Продажи все у нас. Продажи? Мне айфон нужен. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Не разбираюсь особо. Чем они вообще отличаются друг от друга и какого лучше взять? Я просто... Смотрите, есть новинка 11-й Red Pro. А у вас есть это, как его называют, чехлы для Mi 6? Mi 6 нет, модель. Если есть возможность, подождите на диване. Ну да, не человек. Мешает. Да, мы не мешаем. Да, мы не мешаем. Просто да, один да, вопрос, да. Дружище. 11, да? И что, почему? Блин, ну, на самом деле сложно выбрать для Android чехлы, потому что везде вот на iPhone только. О, братан, самый лучший телефон Android. И звонки записывают, и все, да. Айфон говно. А да, что вы делаете в магазине Apple тогда? Так тут не только айфон. Ну, да. А что тут еще? Ну, всякое интересное. Ну, у вас же можно Android заказать какой-нибудь, нет? Android топовый только. Samsung. Ну, вот, видишь, бери Samsung. Он топовый, большой экран у него, две камеры. Извиняюсь. Ты что разбрасываешься? А карты можно у вас оплачивать будет? Молодые люди, если есть, можете присядьте, сейчас мы закончим. Сейчас присядем, мы просто так. Может, вы нас быстренько, ну, да, обслужите, нам он пару чехлов купить, может, заказать телефон. Вам что нужно? Под заказ у вас можно, Миша, стоит заказать чехол? Ладно, да пусть он позарит дальше, хер с ним, а то он разнылся. Да я даже не понял. То есть вот эти, это уже вообще предыдущие, то есть нет. Ну, это меньше формат, да. А по цене они как вообще? Они стоят 38. Да покажите ему Samsung. 38. За 38 можно Android взять. Можно 10 Android взять. Ну да. Да, вот 11 есть. А чем вообще вот от этого он отличается? Xiaomi топ за свои деньги. А что снимаете-то?
Да, просто я его снимаю. А что не снимать? Да мы для себя. Да что ты пристал? Нам не запрещено как бы снимать. Так по закону не запрещено. Да, и мы не вас снимаем. Съемка запрещена. Да не запрещено. Да отстань что ли. Да все, ладно, давай. Все, давай иди выбирай. Ты хочешь купить телефон за 72 тысячи? Иди, оплачивай. Блять, я выключил камеру, все, я выключил, я не снимаю. Иди на кассу и оплачивай. Как же долго он выбирает, Кирилл. Будешь покупать, покупай. Ну что ты это как, блин, уже... Что ты вообще снимаешь, выруби камеру. Да ладно, блин, я просто снимаю его. Мне нравится, что ты снимаешь. Давайте, а что, по закону же можно снимать, погоди. Нельзя тут снимать. Можно, ты закон читал? Что, я клиент, я хочу... Не нужно снимать. Так по закону можно. Давайте выложим это как рекламу. Куда ты выложишь? Зачем мне такая реклама? У нас есть продукция. Ну все, я смотри, я выключил камеру. Я выключил камеру, держать ты ее можно в руках? Да, давайте успокоимся, серьезно. Держать можно, можно. Да, Саня, ты успокойся. Ну, да, блядь, тоже можно. Да выключи. Да я выключил, все. Я, в принципе, наверное, вот это на 64 возьму. Так, ну я тогда за деньгами машину и все, и беру сейчас. Оплачивайте наличными. Он телефон у вас, смотрите, к выходу понес. Я наличный, у меня деньги в машине. А телефон, ты что? Я хотел из машины достать просто. Ты что, с телефона, конечно, что ли, ушел? Да у меня деньги в машине, которые считать. Давайте, вы сначала сходите с деньгами. Украсть решил или что? Нет, парень. Давайте я просто сейчас... Ты что? Да дайте, я сейчас реально... Да вызывайте полицию. Да ты не трогай телефон, ты слышу, продавца не вызывай. Да сейчас деньги принесут, я беру его! Телефон ты здесь оставь! Я беру его! Телефон здесь оставь! Успокойся, просто. Я куплю! Это неадекватно, вызывайте полицию. У меня деньги в машине! Да мы верим, блядь, телефон положи. Сейчас я принесу. Слушай, а вдруг они сейчас его возьмут, пока я хожу? Не возьмем мы его. Погоди, стой, подожди, стой. Дружище, послушай, телефон никуда, мы его покупать не собираемся. Главное, да, конечно, блядь, я видел, то, что руки разнес. Слушай, я не хочу. Я видел, что они на него смотрят. Не переживай. Да не нужно нам. Не нужен нам он. Да тихо, стой, стой, тихо. Стой, 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 стой. Стой! Я с деньгами! Да какими деньгами? Тихо! Успокойся, пожалуйста! А в смысле полиция? Вызываем полицию! Я вызываю полицию! Держи его, Кирилл, сади его на диван. Я покупаю, я блядь, весь магазин могу купить. Зачем мне воровать? Так ты оплати и пойдешь с деньгами, ты что? Мы как я тебе очередь плачу, если деньги в машине? Ты что, тупой? Нет, телефон ты здесь оставь. Телефон просто. В смысле неадекватно? Блядь, дружище, давай быстрее, у нас тоже времени недолго, ну, немного времени. Ты что, дерзишь-то, блядь? Да блядь, потому что времени у нас тоже... Да ты тоже успокойся. Давайте нормально. Я сейчас оставляю его тут, они его покупают. Знаю я таких. Мы не будем покупать. Вы по-любому хотите его себе купить. Да, я тебе серьезно. Они стоят, что... С тобой, да, пришли? А? С тобой пришли? Не-не, я вообще их не знаю, этих уродов. Да слушай, во-первых, не оскорбляй меня, окей. А во-вторых, положи телефон, дай мы... Вас вообще волнует? Пока ты идешь с деньгами, мы купим себе товар. Давай, я себе... Нет, стой, стой. Я себе... Вызывай меня тут, Санёк. Вызываю, все, я полицию сейчас вызову. Я покупаю, я, блядь, весь магазин сейчас куплю, дай с деньгами схожу в машину. Успокойся. Я сейчас полицию вызову. Нельзя забирать устройство, ты сейчас можешь так же убежать. Ты что, серьезно? Да, я бегу, я к машине пошел с деньгами. Блять, вы что? Пока ты идешь в машину с деньгами, положи телефон. Стоп, скажи, единственная причина, почему ты его с собой хочешь забрать. Потому что вы сейчас его заберете. Да не будем, мы чехлы хотим купить. Да, давайте, может быть, сделаем так. Я им не верю, что? Они сейчас купят. Погоди, погоди. Я... Да успокойся, что ли, ты. Давайте я сейчас предложение сделаю, чтобы всех устроило. Ты давай оставляешь телефон, и мы с тобой выходим, и ты возвращаешься уже без нас. Mm-hmm. Нефка, я ничего не покупать уже не хочу. Хорошо. Мы с тобой идем. Стой! Все, садитесь его на диван, вызываем полицию. Садитесь его на диван, вызывайте полицию. Ты за что? Полицию, да все, ты там играть хотел его. Предложил. Он из магазина вынес. Иди, Кирилл, сажай его на диван. Сейчас я вызову. Сядь на диван, все, полицию вызываем. Нет, полицию, все, вызываем. Ты вынес уже телефон за пределы магазина. Я тебе предлагаю, мы сейчас с тобой спустимся, ты телефон оставишь. Мы спустимся, и мы не вернемся, ты уже один. Да придет. Не звоните никуда! Нет, никуда не звоните. Никуда не звоните. А что, я даже не покинул магазин, вот телефон. Ну, дай телефон. Телефон, говорит, дорогая отдай вещь. Да, отдай, пожалуйста. А что за обслуживание такое? Я хотел как лучше, отдай, я хотел человек купить здесь. То сейчас я пойду просто в другое место покупать. Ты же понимаешь, устроит? Что... Устроит? Нет, ты можешь здесь устроит купить, здесь можешь купить. Но мы не можем отдать устройство. Видишь, тебе по-человечески даже если обращаются. Если хочешь убежать, камеру все равно. Я не хочу убежать, хочу с деньгами сказать, что ты прикол. Так можешь? Оставь его здесь, оставь, какая проблема? Пойдем вместе. Пойдем. Да. Я знаю, сейчас вы меня выводите, отпинаете там, да? Зачем мы нам тебя пинать? Ты что, угораешь? Мы, наоборот, ситуацию хотим исправить. Пойдем. Нам вообще не нужны телефоны. Мы просто выйдем. Ты ничего не делай, пожалуйста. Его. Да нет, все нормально. Я сюда не вернусь. Да нет. С ним обслуживанием.
уже испугался. Так, а что дальше там? Ну, взяли мы телефон. Что, машину, может, дойдем, обсудим как раз, да, в машине посидим. Как думаешь, за месяц вообще нет? Не должен, там всего 5 штук или сколько? Я что-то не думал, что ты будешь это прям вырываться так начинать. Я же не знал, в какой момент вы забрали телефон-то. А, то есть ты... пытался оттянуть момент, как он летать. Ну, как думаете, он спохватился, потому что телефона не хватает? Ну, вообще, думаю, да, наверное. Ну, явно он же тот телефон найдет. По-любому сейчас ставил на витрину, а значит, и увидел по-другому. Ну, мы же сейчас далеко, он навряд ли нас найдет. Куда ему бежать? Туда-сюда. Ну, да. Машин полно. Сейчас, если проходить будет, так же. Ну что, пойдем, пока он ментов не вызвал, а то что-то мне стрёмно тут так долго сидеть. Да, сейчас полицию уже вызовет. Сейчас около двери вы меня типа заталкиваете туда. Вы что делаете? Да блин, да это мой телефон. Проходи, проходи. Это мой телефон, на другом магазине купил. Я в другом магазине взял. Да, тихо, сядь. Такой сейчас человек, успокойся. Да говорит по телефону. Да о чем? Да, это мой телефон, я тебе говорю. Да вы что, издеваетесь, что ли? Сядь, я тебе сказал. Хера должен садиться тут. Сядь. Молодой человек. Успокойся, я телефон сядь. выложил. Молодой человек, он у вас телефон еще один забрал, мы заметили его. Да. Он в кармане у него был. Это мой, я его купил. Неадекватный. Он неадекватный какой-то. Он два хотел, короче, у вас. Да у меня деньги в Хаммере, я хотел купить второй. У него даже Хаммер никого нет, там велосипед Хаммер. Стоит, там велосипед стоит, он говорит, типа, вот мой Хаммер, сейчас деньги заберу. Мы начали, мы поняли, что что-то вообще не так. Больной какой-то. Короче, у него что-то справка. Это мой какая-то. Телефон, да отдайте мне мой телефон. Да тихо ты, ты что агрессируешь-то? Сейчас это полицию вызовут и заберут. Ты что закрываешь на прилавок мой телефон, я у маме купил. Я маме его купил! Выгоните его из магазина, больше не пускать. Не-не-не, полицию не надо, молодой человек. Он больной человек. Он больной, видите, зачем полицию? Иди выйди, посмотри, там Хаммер стоит, вот он там день. Вот парни с собой. У него нет никакого Хаммера, там велосипед стоит, он говорит, типа, вот мой Хаммер. Спасибо большое. Ну, в смысле, спасибо большое, телефон его верните, я на деньги попадаю. Честно говоря. Еще раз увидим, напишем заявление в полицию. Дружище, фигней не страдайте. Да, пойдем. Да не снимайте все, ты что, все выложишь куда-то? Да не снимай я ничего, что ты пристал? Я просто камеру держу. Чтобы они не выкладывали это никуда. Блядь, я просто камеру купил и все, я ничего не снимаю. Если нормально, будет все? Да все. Чего обиделся-то? Да стой, ну пожалуйста. Капец, вот так как ребенок в конце ушел. Чего как ребенок в конце ушел? О, все, отстаньте. Он сказал, что все типа норм, ничего, полиция даже поблагодарил. Он сказал спасибо вам, парень. Ты что там, типа, никаких претензий, ничего нет, да? Не-не-не, все. Слушай, он относительно добрый, он даже такой, ну ладно. А выглядел недобрый. Без полиции же такой. Мне даже некомфортно было в один момент из-за того, что он слишком добрый, такой тихий. Да? Так, ты что, больше не забрали, точно? Да нет. В общем, ребят, получился вот такой вот видос. Давайте наберем 40 тысяч лайков, и мы снимем еще одну кражу, еще в каком-нибудь другом магазине. Пока в ком не знаем. А нам повезло то, что чувак реально нормально отреагировал. Ну, наверное, нормально реагирует, потому что как вот тогда мы проверили, то, что да. Дурачков по-другому вообще реагирует, то, что не вызывает ни полицию, ничего, типа, ну, больной, ничего с ним не поделаешь. Вот. Я думаю, это рабочая пока схема, будем ей пока что пользоваться, пока она работает. В общем, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подпишитесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Все, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.